Друзья, привет! Вот шли уже от нашего отеля, зашли в кафе. Как кафе называется, я не помню. Выйду покажу, но Наташа вычислила, что здесь просто люди пишут просто ошеломительный кофе. Отзывы отличные. И мужчина за стойкой, который продавал нам кофе, сказал, что вот Spanish Latte и карамель макиато best choice, лучший выбор. И мы решили все-таки Spanish Latte, испанское латте. Ну, Наташа взяла сладкое, я взяла не очень сладкое. Название кафе. А, нет, это Милестон. Майлстоунс, типа. Мили камни. Майлстоун. А чек сейчас. Вот, парольчик дают. Я расскажу все, что только стоит, озвучу в долларах в комментах. Смотрите, просто оно такое уютное и классно. Сейчас 13.03, час 03, и никого нет. Хотя, в принципе, уже у людей должен быть перерыв. Вы думали, тут все будет забито. Тут был какой-то мальчик, когда мы зашли. Ты знаешь, что тут дома, тут не офисы, я так смотрю. Ну, кстати, да. Тут жилые дома, посмотри. Ой, красиво. Нормально. Ну, у нас просто в Ильяне, расскажу, у нас в Ильяне, в принципе, дома больше двух этажей, это редкость. Где-то есть пять, но мы в такие районы даже не заезжаем. Вот здесь соки, понятное дело, напитки, шипучка всякая, всякие редбулы. Ну, стоимость нормальная, в принципе. Сейчас зайду вам покажу, вот сама стоечка. Очень я любила такое похожее кафе Джинс Глория. Глория Джинс, мои любимые кофе в Дубае. Вот, что вам расскажу. Хотела я круассанчики, но смотрите, что мы взяли. Тут был такой сэндвич с курицей, 27 дирхамов стоит. Сейчас покажу. Мы взяли один на двоих. Вот тут стоит 26, все по 26. Вот, мальчик включил уже жалку для кофе, поэтому и отключилась. Вот такие виды пирожных, 21, это 20.50. Ну вот такой выбрали кейк, есть маффины 15.50, донат за 9 и классные круассаны. Просто обожаю круассаны, от 11 до 13 стоят. Ну вот, сама стойка, всякие вкусняшки, печенюшки, орешки, бананы. Банан 3 дирхама, меньше доллара. Взял бананы, пошло. Вот, самое лого кафешечки, Майлстоун. Всякие говорят, напитки, коктейли вкусные, очень люди писали много хороших отзывов прямо под отелем. Шли, когда вам видео показали отель сверху, уже доснимаем, показываем, что уже происходит же за пределами отеля. Ну, это очень уютно, в принципе. Сейчас будем рассказывать, показывать, что мы заказали. Пароль от Wi-Fi-чика дали. Прекрасно. Ну, значит, 87.50 финальный счет. Одно кофе 20 дирхам стоит, где-то 5 долларов. Ну, так оно и будет стоить. Так оно и будет стоить. Это Эмираты, господа, это Эмираты. Все вот цены примерно в пределах вот таких вот. Кофе будет 20 дирхам, вот такие пирожки 9-20. Да, Наташа? Да. Наташа говорит, котик, приятно сделали. Наташа вот сделали котика. Они, наверное, знают, ты, наверное, на котика похожа. А мне какой-то цветочек сделали, ну тоже ничего. А тебе классический. Наташа более сладкая, у меня не такое сладкое. Значит, повторяю, 20 дирхам порция. Такой блюбери чизкейк 20.50. Еще такую штучку нам ляпнули, прям приятно. Ее не было в заявке. И поделили мы на 2 за 27 дирхам. Такой чикен, курица на гриле. Называется Наполитана. Сейчас я буду вам кушать на камеру, а Наташа заснимет. Будет все кушать на камеру. Да, давайте еще через вид передаем. Сейчас вот видео не передает. Какая штука? Пасмбоди. 3 дирхамчика. Было когда-то. Сейчас уже таких цен нет. Ай-яй-яй. Так. Неприятное повышение цен любое. Давайте на котика лучше посмотрим. Может, в таком камере? Я рада, что мне так понравилось. Это котик или... Котик. Это котик. Он улыбается. Так, что здесь такое у нас? Давай. Распаковка. Ну что, мясо есть. Все нормально. А там еще должны... Ой, эти, наверное, томаты, как они. Нюхай, как Наташа. Вяленые. А знаете, почему она нюхает? Это прикольно, что пахнет мясом и таким вкусным хлебом, как с костра. Да ты что? Как гриф? Это прикольно еду нюхать. Уже многие наши подписчики заметили, что Наташа нюхает еду. Прикольно. Даже пишут там, я тоже стала нюхать. Ну как это не нюхать? Ты же должен... Ой, да, запах, можно, Наташа, там понюхать? Просто вам поулыбаюсь. Ух ты! Такой вот, всегда прикольный, ух ты. Хорошо, что ух ты, а не только такое. Ну-ка, все. Очень интересно. Благодаря помидорчикам здесь зелень такой немножко островатый, соленый вкус. Блин, классно.
Я думаю, что там соус островатый. Соус очень вкусный. А курочка в панировке, да? Мне курочка не нравилась. Сейчас такая, выключая камеру, я опять подозрилась. Жалочка, это ядра кошкам. Очень остро? Вкусно. И вот эта вот зелень, которую я обычно не люблю, очень классно гармонирует вообще просто. В смысле, а что там, петрушечка? А, нет, это салат. Так и зелень любит. Ну да, я люблю. Девочка уже ушла. Да? Не хотела девушку снимать, она все равно в кадр попала. Ты снимала вот эти стены? Как нет. Листики. Стены. Это такая прикольная парочка пришла. Девушка в офисном костюме такая. И пацан такой красавец, большой такой, на бутро со стройки. Такие штаны у него красные с подтяжками. Подтяжки отпустит, он в штанах приходит, покупает им кофе. Ну, классно вообще, так прям позитив такой. Все, ты больше не будешь? Нет, выбор я покажу. Це мені. Не, нужно пополам, что? Не, нет, це мені. Это я тебя просто так это заманивала. А куда, куда уходит? Куда? Интересно, что это? Это крем? Это воршки, я думаю, да, вот это из. Что, серьезно так все? Ну, а что ты в очочках сидишь, не проблема. Понимаю. Стильно, конечно, но. Да, стильно. Ну все. Мы же и что? Ну там немного. Все, досы, досы. Вот гарный? Кусочком. Давай еще попросим. Попросим или попробуем? Не, попросим. Попробую чизкейк, как обычно стояли, выбирали что. Обычно чизкейк самый беспокойный вариант. И по вкусу, там, и там по весу не сильно поправитесь. Не поправитесь, конечно, но не сильно. О, прям смотри. О, какой он прям, надеюсь, свежий. Чизкейк. Блюберри, как будет блюберри, эта штучка называется? Голубика. Голубика? Не черная смородина? Блюберри. А, не знаю. Я все время путаю. Я не то, что путаю, я не знаю, в принципе. Берри ягода, ну и слава богу. Наверное, все-таки... Сукольно. Это... Ну, а может голубика? Голубика, я же сказала. А, голубика. О, вот это же, да, голубичка? Вот, где мой палец? И кофеек. А, у тебя нет менее сладкий, да? А, тут надписи никаких нет, но их опять... Кафе Milestones и надеюсь, что он вкусный. Посмотрим. Шедевр. Пью шедевр сейчас на руках. Шедевр. Стенка шедевральная. Ой, кофе вкусный. Цена сладковатый немножко. Вкусный. Достаточно такое вот сочетание, знаете, сладкого кофе с крепким эспрессо. Прикольно. Прикольно. Значит, мне нужно было тоже это попросить, чтобы было это менее сладкое, да? Хороший. Кофе нравится. Бутерброд нравится. Да. Пироженка нравится. Что еще надо? Все подходит. Все отлично. Сейчас мы перекусим, пойдем в мол. В моле Лулу есть. Там сядем перекусим. Ну, сначала погуляем, посмотрим шопинг. Уже очень жарко. Лето. Ну, то есть... Не, ужасно, ужасно пройтись, жарко. Пройтись даже до того же пляжа, дойти покупаться, ты сгоришь. То есть сейчас уже туристы едут в Эмираты. Ну, я не знаю, зачем. Погулять я тоже не знаю. Отель кондиционер, такси кондиционер, мол кондиционер. Мы выбрали как раз отель, специально уже рассказывала, потому что там автобусная станция рядом и потому что еще и мол, привах на мол. Ну, надеюсь, завтра еще вот есть время, поедем в Марину, мол, еще там погуляем, но по улицам вы даже уже, наверное, может, вечером, я все равно хочу, может быть, посмотрим, вечером на попробуем. Это, на набережную, может быть, на может. Корни. Кстати, много видео было, смотрите плейлисты Абу-Даби, плейлисты Дубай. Посмотреть, что там за лифчик есть. В общем, мы наслаждаемся, вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, комменты, пишите, что вы обычно заказываете, когда вот вы приезжаете в кафешку. Мы, кстати, любим сесть где-то и бирьяни тоже покушать. Вот так вот. Ой, я бы с удовольствием бы где-то сейчас бы была. Навернула бы. Все, всем пока.